я и коллеги по хобби. Продолжаю дальше делать свой газ-тигр. И как видите, масляные точки уже подсохли. Так вот довольно красиво все получается. Еще раз хочу повториться. Масляные краски Сонет мне очень понравились. Дали такой хороший матовый оттенок на модели. Теперь будем покрывать все матовым лаком. Матовый лак буду использовать фирмы Tamiya XF86 и разводить его буду X20A растворителем тоже фирмы Tamiya. Приступим к лакировке. Ну а после лакировки уже буду смотреть, или там немного масляных каких-то эффектов еще маслом добавлю, потеки там, или пигменты будем делать. Ну уже определимся в процессе самой стройки. Заправил матовым лаком аэрограф, развел. Ну, теперь начинаю задувать. И чем мне нравятся тамиевские лаки, что они очень хорошо ложатся на модель. Ровно, без всяких проблем. Не всегда удачно у меня получается лакировать футурой. Вот, не знаю почему. Никак я не могу к ней привыкнуть. То бывает идеально ляжет, а бывает и проблемно. А с тамиевскими и ганзовскими лаками никогда никаких проблем. Ложится все ровненько. Сразу дает лак матовость, матовую поверхность. Потом по матовой поверхности очень хорошо ложить пигменты, делать всякие потеки.
Вот, друзья, покрыл лаком. Получилась хорошая матовость. Лак уже практически высох. И даже, как видели на видео, я сделал по несколько слоев лака. Так вот смотрится. Колеса, АГС, решетка. Уже все почти сухое. И также вот хочу еще, друзья, видео показать. Сегодня смотрел видео Сергея. Он делает точно такой же броневик, как у меня. И вот у него видел проблемы с аэрографом после красок МИГ. Вот с томиевской краской и с томиевскими лаками никогда проблем не бывает. Поэтому советую вам, друзья, все-таки пользоваться Мистер Хобби и Томия. Потому что вот залил спиртосодержащую жидкость в аэрограф. И просто под давлением выдуваю этот спирт. Он, как видите, выходит хороший, ровный, ровным факелом, без всяких проблем. Никогда у меня еще не было проблем с этими красками. Очень хорошо вымываются, вычищаются. Практически даже вот когда меняю цвет краски, наливаю немного жидкости, прогоняю и дальше крашу. Никогда нету никаких залипаний ни на игле, ни в сопле. То есть все-таки, наверное, ребята, чтобы не убивать аэрографы, лучше купить краску подороже, но надежность и качество проверено временем. Тем более данные краски Томия и Мистер Хобби можно без проблем купить в магазине «Я моделист». Там большой ассортимент этих красок и доставка в любой конец мира. Вот, выдувается все без проблем. Немножко вот так вот прочищаю. И даже все остатки лака без проблем стираются. Ну, в данном видео заканчиваю лакокрасочные работы с газом. Ну, что у меня осталось? Осталось крупнокалиберные пулеметы поставить. Все-таки, наверное, буду ставить не браунинги, а пулеметы НСВТ. Сейчас от моего товарища должна мне прийти посылка, но она почему-то потерялась в пути. И уже неделю нету никаких известий о данной посылке. Вот, я нашел у себя в запасах Менговский от Т-90 пулемет. И мне Миша должен прислать от Звездовского Т-90. И вот буду как-нибудь придумывать, чтобы установить их сзади. Все-таки как бы с советскими пулеметами, с российскими, газ будет смотреться намного выигрышнее и интереснее. Но пока что я еще не придумал, как бы сделать эти турели, чтобы более как-то удобно поставить. Как эти подставочки сделать? Может, кто, ребята, посоветует видео в комментариях. Тоже проанализирую, выслушаю ваши советы. Все-таки, когда друг другу мы советуем, это очень хорошо и очень полезно прислушиваться к мнению других. Потому что можно сделать намного интереснее и выигрышнее модель. Ну, в принципе, как говорю, сказал, с покраской все. Теперь уже будем пачкать, мазать, затирать,
ставить пулеметы, может какой-нибудь скарб в кузов еще накидаю. Ну, с покраской уже все закончено, поэтому следующая часть уже будет, наверное, по загрязнению данного автомобиля. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким. Ждите следующие части.